начинаем выпуск с экстренных новостей из Турции. В Стамбуле в эти минуты идет разгон демонстрантов на площади Таксим. С наступлением темноты полиция и спецназ пошли на штурм площади, на которой вновь собрались тысячи людей. Власти пообещали очистить район от протестующих еще до рассвета. В ход были пущены водометы и слезоточивый газ. По свидетельствам очевидцев, над площадью образовалось целое облако белого газа. Поступают первые сообщения о возможных жертвах и большом количестве пострадавших. Однако уточнить эти данные пока не представляется возможным. Сейчас в центре площади горит гигантский костер, вокруг которого практически не осталось демонстрантов, только полицейские в противогазах. Сейчас на площади Таксим идут настоящие бои демонстрантов со стражами порядка, хотя еще сегодня утром казалось, что полиция окончательно разобралась с протестующими. Оппозиция сдаваться не намерена и уже мобилизует своих сторонников для участия в новой волне протеста. С подробностями Вадим Милицын. На Стамбульской площади Таксим – дым, хаос и анархия. На 12-й день протестов правительство Эрдогана решилось на разгон демонстрантов. Утром во вторник на Таксим прибыли примерно 20 автобусов с бойцами спецназа. Оттесняя демонстрантов с площади в соседний парк Гези, полицейские использовали слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В ответ летели камни и бутылки с зажигательной смесью. Власти обещают не только положить конец массовым акциям протеста, но также арестовать и предать суду организаторов, которых они считают провокаторами. О том, что вот-вот начнется разгон протестующих, еще в воскресенье, сразу после возвращения из ближневосточного турне в Турцию, предупредил Реджеп Тайип Эрдоган. В аэропорту премьера встречала толпа сторонников, скандировавших: «Мы готовы пожертвовать ради тебя своими жизнями, Тайип». «Мы ведем себя сдержанно, но терпение наше на исходе. Те, кто преследует свои политические цели, прячась за спинами демонстрантов, должны четко это понимать». Премьер обвинил в разжигании уличных беспорядков турецкие и зарубежные средства массовой информации, а также лоббистские группы в самой Турции, заинтересованные в дестабилизации обстановки в стране. Демонстранты, напротив, считают, что местное телевидение умалчивает о событиях в Стамбуле и Анкаре, забивая эфир мыльными операми, кулинарными передачами и программами о животных. Жестокие действия полиции, заявляют они, не остановят революцию, главная цель которой – отставка правительства, узурпировавшего, по словам оппозиционеров, власть Турецкой Республики. «Когда-то я и сам поддерживал партию Эрдогана и даже голосовал за нее. Тогда он еще считался с принципом либеральной демократии. Но в последние годы все изменилось. Эрдоган сосредоточил в своих руках диктаторские полномочия. Страна катится к монархии». Премьер-министр применяет газ и водометы против тысяч мирных демонстрантов. Что это такое, если не фашизм? Если Эрдоган не прекратит делать то, что он делает, пусть пеняет на себя. Борьба продолжится, нас ничто не остановит. Сейчас уже мало кто вспоминает, что изначально лозунги протестующих носили сугубо экологический характер. К мирной акции, устроенной защитником парка Гези в центре Стамбула, на месте которого власти хотели построить торговый центр, постепенно присоединились недовольные политикой правящей партии «Справедливости и развития». За 12 дней беспорядков 4 человека погибли, более 5000 получили ранения. Сотни участников протеста арестованы и ждут суда за участие в столкновениях и сопротивление полиции. Вадим Милицын, телекомпания RTVI.